хочу сказать самые добрые слова от подготовки Евразийского экономического совета. Роман Александрович Головченко очень много сделал, чтобы все прошло очень профессионально, комфортно. Поэтому огромное спасибо за блестящую организацию нашего форума, нашего совета. Ну, обсуждали мы такую широкую повестку дня на сегодняшний день. Мы говорим на сегодняшний день о фактически наших взаимных отношениях, о торговле, о перемещении труда, капитала, рабочей силы. Все это составило на сегодняшний день целый ряд вопросов. Считаю, что мы очень плодотворно поработали, соответствующие документы подписали. Практически везде мы договорились, есть компромиссы. Хочу также сказать о нашей двухсторонней повестке дня. Роман Александрович Головченко был в Москве буквально несколько дней назад. Мы очень широкую программу наметили. Приехали уважаемые министры, руководители соответствующих служб, министерств Беларуси, и считаю, что это было очень плодотворно. Кроме того, мы очень широко поговорили о цифровой повестке дня. Также я бы хотел отметить перспективы наших братских союзнических отношений, которые заложены в союзном договоре. Мне казалось бы, что если бы мы еще сделали усилия с правительством Беларуси в России, то могли бы найти достаточно большое количество мер, новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности союзного договора. Говоря об интеграции, и вы это подчеркиваете, мы всегда говорим, конечно, о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными. И я очень надеюсь, что совместными усилиями мы это сделаем.